вчера вон пришли. Здесь сидишь, я же говорю, никаких этих нету. Вообще ничего нету. Никто нифига не знает. Как бы что, как, кого, когда, куда. Вообще ноль информации. Вчера какой-то хер моржовый пришел там со штаба полка, говорит. Вот в апреле отпуски, короче, 9 человек из роты. Рота там 90-100 человек. Какой отпуск, ё-моё, на 15 дней на этих долбанных. Опять он же говорит, что 95%, что вот они сейчас наши сдвигают этих позиций укропов. Сдвигают, да, сильно, да. Сильно сдвигают. Как сдвинут их неукрепленные вот эти вот, типа, о перемирии будет речь. Да, так уже говорят про это вовсю, прям, да. Ну, и что, до мая, скорее всего, до мая, типа, в мае закончится. Февраль-март, да, уже будет это, понятно, все известно. Ну, сейчас, если вот здесь вот так наступят, как они вот там все планируют, это сейчас быстро все решится. Но, уже и технику все там. Ты про возню здесь про это все говоришь? Да, да. Ну, я слышал это. Да, операция возмездия была. 600 человек. 600 человек, несколько этих ангаров, там два. Да. Но здесь это, с нашего полка, третий МСБ раздолбали шибко. 200-х много, 300-х много. 8-ю роту раздолбили. У них заваруха была, эти резко встали и пошли. Они же все под наркотиками.